270 тысяч рублей могут спасти жизнь маленькому Томичу. Наша телерадиокомпания продолжает совместный с Русфондом благотворительный проект. Сегодня помощь нужна Вадиму Дегтяреву. У 4-летнего мальчика порок сердца. Помогать тем, кто слабее. Главное правило, которое в свои 4 года усвоил Вадим Дмитриев. Раз в неделю с мамой и папой он обязательно приходит в этот двор, чтобы покормить уток и голубей. Счастливая семья – пример для подражания многих. Месяц назад оказалась в беде. У Вадима на плановом осмотре после тяжелой ангины обнаружили врожденный порок сердца. В сентябре мы хотели пойти в футбольную секцию, и, соответственно, как бы мы никуда сейчас не можем пойти. Очень сложно ему объяснить на данный момент, почему ему вдруг запретили активно как-то вот двигаться, бегать, прыгать, играть, активные игры. Ну вот на данный момент мы привыкаем пока к этому состоянию. Сейчас из-за порока сердца у Вадима нарушено кровообращение. В дальнейшем могут появиться проблемы с дыханием. Исправить дефект готовы в Томском НИИ кардиологии. Вот у Вадима межсердечной перегородки есть дефект. Раз есть дефект, значит кровь сбрасывается из левых отделов сердца в правые, а из правых отделов сердца попадает в легкие. И там получается избыточный объем крови, который вызывает соответствующие изменения в легких. Легкие у нас не предназначены для того, чтобы еще какой-то дополнительный поток был. Поэтому у Вадима уже есть сейчас признаки начальной легочной гипертензии. Операцию по устранению порока врачи проведут особыми щадящими методами. Под местным наркозом, не вскрывая грудной клетки и не останавливая сердце ребенка ни на секунду. Специальное устройство, окклюдер и иные необходимые хирургические материалы стоят почти 270 тысяч рублей. Через неделю Вадиму исполнится 5 лет. Главным подарком для него станет шанс на дальнейшую полноценную жизнь. Собрать средства на лечение мальчика помогут читатели газеты «Коммерсант», сайта Русфонда и фонд «Русский дар жизни». Томичи также могут принять участие в спасении жизни Вадима Дмитриева, отправив смс-сообщение со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость сообщения – 75 рублей. Евгения Мозгова, Антон Сухушин, Вести, Томск.